Так, друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Киберпанк 2077. Итак, давайте доверимся Арасаке и... Блин, и просто ей доверимся. Поставить на Арасаку. Это, блядь, что было? Твою мать, да что ж ты такой упрямый? У тебя научился. Мне кажется, у нас с ней все выйдет. У нее власть, у нее связи, у нее есть все. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Да, только не психуй. Честно говоря, мне абсолютно похер. Вот так тебе и доверяйся. Говоришь, абсолютно похер. Ты еще пожалеешь об этом решении. Только когда это случится, я уже не смогу помочь. Понимаешь, может быть, это мой последний налет. Я хочу видеть, что происходит, все чувствовать. Братан, не ссы, все четко будет, я тебя не подведу. До встречи в Микоши. Так, ну что, Джонни? Встаем, Микоши. Все, Джонни ну нету. Все. Я один. Так, главное, пестик не забыть. Забрал. Наконец-то. Я согласен на сделку. Ты не спешил. Йоринобу успел сделать ход первым. Какой ход? Мой брат попросил, чтобы я погостила у него... В Норд-Оуке. Не можете уехать? Да, о моей безопасности заботятся его люди. Так. И что это дает нам? Я их разъебу. Внезапно. И что дальше? Мы не можем ждать. Мне нужна твоя помощь, чтобы выбраться отсюда как можно скорее. Где ты? У Виктора, в клинике. Она сразу за магазином эзотерика Мисти. Я пошлю за тобой кого-нибудь. Тебя подвезут к резиденции. Ну, отлично. А мы поедем к моему брату в Арасака Тауэр. Отлично. Покатаемся. Надеюсь, все закончится очень хорошо. Я всех спасу. Только единственное, нужно тело какое-то Джонни, что ли, подготовить, чтобы он мог куда-то вселиться. Ви, это ты? Или... Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи, подождем вместе. Ну, пошли, подождем. Так, а где эта кошка мяукает? Вот она, киса. А кто это у нас тут? Киска. Лысая киска. Так, раз где ты, Мисти? Раз ты все равно ждешь, может, тебе погадать? Давай. Окей, давай. Некоторые считают, что неопределенность — это зло, и гадают, чтобы от нее избавиться. Другим кажется, что все зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Да, это я согласен. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное знать, что идешь верным путем. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твое будущее — это его будущее. И наоборот. Окей, я готов. Начнем с тебя, Ви. Шут. Ха, кто бы сомневался. Теперь давай разберемся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребенок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Мак. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевернута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Да, это 100% Джонни.
Он сам одно большое расстройство. Последние карты — это ваше будущее. И? Дьявол. Господи, что это значит? У тебя случайно нет другой колоды? Повеселее. Это не смешно, Ви. Перевернутый дьявол значит подчинение. Потерю контроля. Это борьба. Агрессия, зло. Что бы тебя ни ожидало, считай это предостережением. Ладно. А Джонни? Луна. И ну, что это? Звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна — это тайна. Что ты так смотришь на меня из-под лобья? Так, тачка приехала. Ну все, я пошел, наверное. Это, кажется, за тобой? Да? Стой, это что? Лимузин Арасаки? Все верно. Почему, Ви? Они же убили Джеки, а ты... Ты теперь с ними работаешь? Думаешь, я не помню? Мне тоже это не нравится, но другие варианты были еще хуже. У тех, кто предает друзей, нет оправдания. Ты не можешь меня осуждать. Ты изменился. К худшему. Ой, давай, не это, не плачь, все четко будет. Так, а ты вот что за хер? Значит, куда попал секретный прототип Арасаки. Очаровательно. А где ваш Риппер? Гадает на крысином помете у помойки? Все верно. Только что нагадал, что я тебе челюсть сломаю, гнида. В прошлый раз это помогло. Помнишь? Конечно. А еще я помню, о чем мы потом говорили. О конструкте личности, которая может влиять на твои решения. Той же самой личности, которая полвека назад взорвала две ядерные бомбы в Арасака Тауэр. А теперь ты с этим конструктом предлагаешь уладить конфликт в Арасаке. Интересное стечение обстоятельств, не находишь? Не нахожу. Джонни подавлен бета-блокаторами, а я Арасаке не враг. Сам понимаешь, на кону моя жизнь. Я буду следить за тобой. Ну, пойдем. Пошел ты нахер, блондинчик. Мы почти приехали. Почему это она хорошо. Кто она? Кто? Ханако? Ханако? Даже не знаю, что ты здесь делаешь с таким интеллектом. И что я здесь делаю? В роли таксиста. Осторожнее, слышь. Не дрова везешь. Эй, эй, я тебе не водитель. Я на это не подписывался. Никто из нас не подписывался. Так что заткнись и веди. Так, ну чё мы, когда приедем-то? А, вот он, особнячок этот. Сейчас начнется веселье. Хотя это лимузин Арасаки, но охрана все равно нас проверит. Старайся держаться естественно. Точнее, просто сиди спокойно, ничего не делай, и все пройдет гладко. Какая-то чудо. Какие тачки стоят? Классные, ладно, не отвлекаемся. Ведем себя естественно. Все в порядке? Доступ в резиденцию закрыт до особого распоряжения. Приказ Юринобу Арасаки. Мы по приглашению Ханако. Не осложняй жизнь нам и себе, пожалуйста. У меня приказ Юринобу Арасаки. Ты издеваешься? Ты же меня знаешь. Да, его не знаю. Назовите себя. Предлагаю опустить формальности. Нас ждет Ханако Арасака. Оставайтесь на месте. Все-таки надо было размозжить ему голову, мне кажется. Через минуту придет подкрепление. Сука! Твою же мать! Ладненько. Прекрасно, Андерс.
Как ты там сказал? Держитесь естественно. Да иди ты! Что об вас всех? Что дальше? Нас к ней близко не подпустят. Придется прорываться прямо через них. Ну окей. Прекрасно. Развлекайся. Пока будешь искать Ханака, я найду Ави. Так, вот она и Ханар. Ответить. Я в спальне, в центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Но сперва мы нейтрализуем четверых охранников. Ви, тебе понятно задание? Да, нейтрализуем четырех охранников. Я забью их канал связи, чтобы не подняли тревогу. Так, пистолетик, пистолетик, раз. И... Так, нет, это не то. Вот он, пистолетик с глушителем на месте. Ух ты, блядь. Мне за роботов никто не говорил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а как пройти-то? Мне стрелочка куда-то вообще не туда показывает. Чё-то непонятно. Ну ладно, пойдем. Просто прямо пойдем. Так, а здесь гараж. Нет, здесь я не пройду. Пойдем через кустики, значит. Осторожно. Так, вон один стоял и видел. Так. Ты, блядь, шустрый хер, блядь. Так, еще один, да? Ух ты, блядь, это что было-то? Кто-то меня очень резко убил. Прям такое ощущение, как будто в бочину с гранатомета меня засадили. Так, ну что, и пробуем еще раз. Робота мы пропускаем, этого дядьку. И бежим, значит, по краю карты. Так, сохраниться. Невозможно нам сохраниться. Еще пятеро. Так, четыре охранника. Вот он, раз. Так, а давайте мы запросим. Сеть. Вот она. Нам сейчас покажут, сколько их тут и где они стоят. Так, вот, раз, два, три, четыре. Так, двое вон там стоят. Так, этого, значит, с краешку я могу завалить. Так, минус. Обезвредить элитных охранников. Так, а где эти элитные охранники-то стоят? Это был нифига не элитный. Охранник Арасака, это про... Так, стоп. Стопэ, 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 ты куда идешь? Так. Так, минус еще один охранник. Так, тихо. Службы безопасности это при... Так, минус. Так, здесь вроде всех зачислили на этой стороне. Так, а вон они. Двое сполошились, блядь. Так, по-моему, здесь еще наверху будет один. А воздух какой, а? Так, вот он. Так, тихо. Я тебя прикрою!
Санчо! Так, убил. Что-то он упал. Так, а это кто такой? Блять. Ладно. Да что такое? Я ж вроде в тебя стреляю, блядь. Так, я горю. Так, минус. И я горю. Я сгораю от любви твоей. Минус. Так, минус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что такое, блядь? Я на робота не подписывался, блядь. Ладненько. Так. Так, надо стёклышко разбить. Да зайди ж ты, чувак. Так, я опять горю. Да что ж такое-то? Кто меня поджигает? Так, вот, можно было просто зайти. Так, мне вот этот хер нужен. Так, все, минус. Так, нет, так это не работает, да? А вот так это работает, отлично. Отступите, собраться! Ой-ой-ой-ой, тихо. Стреляемся. Так, минус. Так. Но робот это, конечно, плохо. И он стоит, ждет. Он один. И он меня видит, да? Так, тихо, братан. Так, ну все, убили и робота, и всех. Как хорошо, что робот не может в комнату просто зайти. Так. Тут еще что-то есть. Ладно, я не могу это подобрать. Так, все синие штучки мы подбираем. Может, что-то ценное где-то будет. Так, обезвредить всех. Да, господи, да что ж такое? Тут же вот, открыто, ладно. Да, проходим. Типа где-то еще... А, вон оно, увидел его.
Кажется, да. Больше людей Юринову здесь нет. Скорее, я жду. Так, ну... Жди, я захожу. Так, ладно, через крышу я зайти не могу. Дробовичок какой-то был, ладно. Так. Вот она. Приближаюсь к резиденции. Хорошо, садись у бассейна. Эти люди просто не оставили мне выбора. Другого пути не было. Из-за этого я и старалась всегда держаться в стороне, чтобы не принимать таких тяжелых решений. Время местных новостей. Но теперь... Пролитие в пустошах до сих пор продолжается. Перестрелки произошли на трассах... Судя по всему, началась война. Ну, судя по всему, да. Между братом и сестрой. Страшновато, но, по-моему, вы преувеличиваете. Ты действительно так думаешь? Я просто считаю. Вы, я и Хельман — три человека. Ну, 2.5. Короче, против всей Арасаки и ее армии этого будет недостаточно. Мой брат — это не вся Арасака. По крайней мере, пока. Он об этом знает. И потому окружает себя преступниками. Вроде Адама Смешера. Думаете, это меня утешит? Мы одни. И это факт. Мой отец тоже был один. И он построил империю. Но мы не твой отец. Садись. Напоследок полетаем на VIP-самолетике. Ну что, полетели? Что-то ты не веселый какой-то, Хельман. Чё молчат все? Чё ты так на меня смотришь, прищурилась? Не слишком ли рано пить шампанское? Но если это тебя успокаивает, может, у кого-нибудь еще дрожат руки? У меня с руками все в порядке. А со всем остальным, мне кажется, нет. И со всем остальным тоже неплохо. Это неправда. Он отключился в машине. Просто устал. Ах ты балабол, блядь! Ничего удивительного. Твоя центральная нервная система отмирает. Лично меня удивляет, что ты еще ходить можешь. Я на блокаторах сижу, скотина. Нам надо спешить. Как только я рассчитаюсь с Юринобу, мы займемся тобой. Ну, надеюсь, ты меня не кинешь. Хотя карты предсказали не очень хорошее положение моих дел, поэтому хз-хз. Блин, хороший домик. 2 окна только. И вот. Ну, блин. Я думал, напоследок, типа, хоть вид какой-то будет красивый, а здесь просто дом и пустошь. Так, а вот она, Арасака, по-моему, уже, да? Или не? А не, вот же, мы мимо у нее пролетаем. Так, ну, нам надо выше. Или наоборот, ниже. Микоша находится под Арасакой, поэтому, по идее, нам надо чем ниже, тем лучше. Так, ну, мы прям в стенку летим. Все готово? Вполне. Ой-ой-ой-ой-ой, как мы через текстурки-то прошли четко, прям сквозь стеночку. Хорошо.
Так, ну что, выходим? Ой-ой-ой, у меня опять припадки. Твою мать. Он выдержит? Должен. Все нормально. Все четко, я в порядке. Чуть-чуть подумаешь, тут полосочки всякие синие. Но ничего, в целом ходить могу, держать пушку тоже могу. Так что все нормально. Сюда. Так, здесь какая-то конференция, по-моему, должна тогда быть. Тогда это последняя возможность. Для чего? Чтобы рассказать мне план. А если плана нет? Не делайте из меня дурака. Угу. В день парада у вас с Такэмурой, кажется, он был. План. Тем не менее, от него очень быстро ничего не осталось. И все-таки мы добрались сюда. Знаешь почему? Потому что иногда нужно смотреть правде в глаза. В тот день я так и поступила, благодаря тебе. Ты выглядишь как честный человек. Да я самый честный. Это ваш аргумент для правления Арасаки? Мне просто встать перед ними? С оружием наготове. То есть, если мои чары не подействуют, перейдем к другим методам. Понимаю, к чему вы клоните. Нет, пока не понимаешь. Как и все они. Так, а где эта конференция-то? А так, куда мы идем? Гельман с нами. Это один из самых ревностно охраняемых секретов Арасаки. Подождите, это же... Кабинет отца. Такой же, как в токийской штаб-квартире. И как во всех прочих офисах Арасаки на планете. Во всех деталях и мелочах, чтобы он мог ориентироваться даже вслепую. Такой уж он человек, придирчивый, требовательный. Был. Прошу прощения? Вы хотели сказать «был». Символы никогда так просто не исчезают. Вопрос в том, насколько лидеры фракции будут верны ценностям Арасаки. И хватит ли у них смелости признать свою ошибку? Это что значит, я не пойму. Ну и что мы будем делать? Я бы не стал особо на это надеяться. Мои показания ни хрена не стоят. Да и у вас тоже с вескими доводами проблемы. Рано еще говорить. Идем. Ну, я думал, нож схватило. Идем. Уже сколько идти-то можно? Все, идем и идем, и идем, и идем. Оба-на, это какая-то секретная комнатка. Че ты постоянно сквозь меня ходишь, блядь, придурок? Мы едем вниз. Я же говорила. Точка доступа к Микоши находится под Арасака Тауэр. Прежде чем мы придем на заседание, нам нужно сделать кое-что еще. Да? У меня есть смутное ощущение, что вы чего-то не договариваете. Потому что я чего-то не договариваю. Я не понял. Проявляю осторожность. А я думал, мы доверяем друг другу. Что-то наебаловым пахнет. Посмотрите в это хитрое лицо мы просто. Мы доверяем друг другу. Именно поэтому ты здесь. Хотя в тот раз, когда вы меня похитили, я посоветовалась с ним. С кем? С отцом. Чего, блядь? Типа отец жив, что ли? Он анграмма? Он копировал не только обстановку кабинета. Что? Вот это поворот. Вот это ни хера себе.
Вы могли бы меня и предупредить. Нет, я не могла. Почему? Ви, ты проявляешь неуважение. Зачем я здесь? Серьезно? Благодарности недостаточно. Начинать к чему? Чё начинать-то? Дайте я встану. Это все. Мы можем идти. Погодите. Я хочу поговорить с Джеки Уилсон. С кем? Рассака забрала его тело. Гора говорил, что вы допрашиваете мертвых. Да, теперь я понимаю, как. Боюсь, это будет не одно и то же. Сейчас посмотрим. Давай я попробую. Неужели мой Кен жив? Братишка мой. Джеки Уиллс. Бро, наконец-то! Да ну нафиг! Джеки, это правда ты? Неплохо быть наследником самого императора. Ты что-нибудь помнишь о том, что случилось? Мы вышли в высшую лигу, Эссе. Нас нанял Декс, черный Христос по смерти. 150 килограммов фиксера. Неплохо, а? Мисти очень по тебе скучает. О, Мисти. Слушай, Мано, тут вот какое дело. Можно мне взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Ты держись там, амиго. Увидимся в посмертии. Что-то как-то... Ты увидел то, чего ждал? Пожалуйста, идите нахуй. Нам нужно вернуться к делу. Так, ну хорошо, пойдем. Только, блядь, пиздец, как все мутно, странно. Джонни, не надо. Не сейчас. Ой-ой-ой, вот это приход. Вот это приход. Так, тихо. Не умирать. Мы почти у цели. Ты выдержишь? А у меня что, есть другие варианты? Прошу, успокойся. Успокоюсь, когда все это кончится. Впереди самое трудное. Так, я надеюсь, они не хотят мое это тело папке люди. Отдать? Можно... Че? То есть... А ты где? Да в вашем случае это одно и то же. Поэтому я и здесь. Куда идти-то? Чё за глюк? Чтобы их не держало, главное, чтобы они стреляли в нужную сторону. Да, но только в крайнем случае. Кто вспомнит, а когда совет директоров решит, что мы несем полную чушь? Если, а не когда. И что тогда? Их тоже надо будет нейтрализовать.
Держи оружие наготове. И ничего не говори, пока я не попрошу. Что бы ни случилось, слушай меня. Так, пушка наготове. Она у меня на месте? Так, сейчас проверим снаряжение. Да, все на месте, все пушки. Я опоздала. Прошу прощения. Ханако, что вы здесь делаете? А где же мой брат? Он сказал, чтобы начинали без него. Ну, тогда без него и начнем. Начнем что? Обсуждать отстранение Йоринобу с поста главы корпорации Арасака. Простите, я не ослышался. Что? Что вы делаете? Вы не можете... Ханако, может, объясните нам, что происходит? Ви, ты сядешь здесь. Я не позволю вытирать об себя ноги. Вы позволите? Вас все ждут. Давай, чел, вставай. Я вежливо попросил. Первый раз. Молодец. Это просто неслыханно. Большое спасибо. Йоринобу убил моего отца и воспользовался его смертью, чтобы развязать свою войну. И вы знали об этом. Все вы. Потрясающе. Бред! Думай, что говоришь. Вот именно. Это все слова. Может, есть и доказательства? Есть. Я привела очевидца. Так и было. Все правда. Я видел это своими глазами. Видел что? Йоринобу при мне задушил отца, Сабура Арасаку. Ха, все интереснее и интереснее. Да я тебе это отвечаю. Серьезные обвинения, но голословные. Если наших слов недостаточно, возможно, вас убедит мой отец. О. Мисаги-хатэ-то-я-сурами. Арасака-сама? Акаму-но-йо-ни-мамма-то-дама-саретака. Хиори-ми-шеги-ни-хасит-така. Изре-ми-сею. Кари-ни-мо-як-ин-де-ар-му-но-та-чи-га-нан-то-насаке-най. И это? Это должно нас убедить? Дешевый фокус. Багет. お前が見てくとも全面戦争を有料していた時、私はこう言ったはずだ。お前には三つのものが欠けている。自信、知性、そして根性だ。 Арасака-сама, я... 見たところ、あれから何も変わっていないようだな。 Это он. Аджи-сама, что нам теперь делать? Ханако-но-сиси-ни-штавай. Так, ну вот и все. Да что тут происходит? Похоже, кто-то возражает. Похоже, это брат. Значит, вот как ты решила проблему, Ханако. Заперла нас здесь, чтобы мы перегрызлись, как крысы в клетке? Что это? Сколько еще уличных попрошаек ты сюда привела? Ой-ой-ой-ой-ой, так, убегать надо. Убегать и воевать. Так, тихо. Так, хилимся и живем, хилимся, живем, хилимся, живем. Так, ну все. Спецназ? Он хочет... нейтрализовать. Так, что делает? Поговори с Ханако. Я не думала, что он зайдет настолько далеко. Я соберу людей и возьму под контроль Арасака Тауэр. Найди моего брата.
Этот лифт едет до верхнего атриума. Оттуда можно попасть на этаж Юринобу. Он нужен мне живым. Живым? После всего этого? Он мой брат. Если ты тронешь его хоть пальцем, наш договор потеряет силу. Эй, хазиме насай. Да, а как я его не убью-то? Сдавайся! Тебе некуда бежать. Кто? Он на меня напал! Блять, опять роботы! Так, роботу главное в лапки стрелять, это их слабое место. Так. Быстро, быстро! Надо синхронизироваться! Ух ты! Да пошел ты нахер, мне до лифта надо. Так, нам надо наверх. Верхний антариум. Или атрариум, или он антуриум, или хер пойми чё. Долго поднимаемся, очень долго. Так, вот, приехали. Будет атриум и лифт. Будь осторожен. Мне сказали, что на этом этаже идет бой. Выходить с поднятыми руками! Так. Может, крысу получится всех убить? Так, это мы сносим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сдавайся сейчас же! Ой, блять, опять робот. Так, ладненько. Ой-ой-ой-ой-ой, робот больно бьет, робот очень больно бьет. Так, время замедлилось. Это нас спасло. Так, лапки отстрелили, и все. Что тут сидел, крыса? Так, иди. На третьем этаже, это значит по лестнице вверх, но... Хорошо. Ой-ой-ой. Лестница будет на другой стороне.
Ой-о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 й. Да похер, сейчас тебя быстро отключим. А я не могу. Так, выносим пока всех. Пока все проходит без сучка и задоринки. Это радует. Так, камеру, чтобы не бесило, выключаем. Твою ж мать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да что ж такое, я сам себя подорвал. Ладно, сейчас быстро начнем с крайней точки. Так, нам нужно наверх. Поднимаемся, значит, наверх. Здесь будет два хера идти, да? Надо аккуратно, вот они. Куда они пошли-то? Дальше. Вот эта критулька заскочила. Все-таки пистолетик Сильверхенда вообще топчет. А хорош он тем, что стреляет через стеночку. И причем очень далеко. Будь осторожен. Скорее всего, люди Юринобу уже ждут. Я присоединюсь к тебе, когда ситуация нормализуется. Так, ладно, нам в кабинет. Нам нужно в кабинет и самое главное не убить Юринобу. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Служба разведки Арасаки ликвидирует группу боевиков, которые проводили террористические акты в Рио-де-Жанейро. Скоро тебе начнет помогать Надрана. Помогать в смысле? В плохом смысле? А. Ёбарный театр, вы чё, блядь? Так, нетранеры разобрались, это хорошо. Так, ну когда у меня глюки пропадут, я хочу все синие шмоточки поднять. Так, вот это вроде синее будет, да.